Всем доброго времени суток, с вами Асина, Бладрейн, и мы продолжаем с вами наше стремление к жажде крови. Да что ж такое-то? Что за... Минс жива? И работает на этого гада Вульфа? Нет, нет, нет! Вот сука, на куски порву. Я задержу ее! О да, оказывается, старая добрая Минс, которую мы так давно знали и которая нас обучала в Луизиане, она просто была одним из людей Вульфа. Вот и все. Возможно, поэтому так все случилось просто. И Вульф быстро нас нашел и забрал у нас ребро Белиара. Забудьте о нарушителях. Уберите ее! Ты такой вкусный, я не могу отказаться от твоей крови. Прости. О нет! О нет, 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 летунчики, нет. Эти поганые летунчики, которые часто застревают в текстурах. Иди ко мне, дорогой. И не смей меня убивать. Я люблю глупое АИ. Изредка это прекрасно. А в данном случае все непременно прекрасно. Ты не убьешь меня? Просто потому, что ты это ты. А место, кстати, довольно-таки красивое. И вообще, все очень здорово. Прекрасная винтовая лестница. Но пусть вперед убивает. Я думала, ты погибла. Ты всегда думала не тем местом. Лживая шлюха. О, как грубо. Будешь чесать языком дальше или перейдешь к действиям? Зачем ты это делаешь? Иди сюда, девочка. Я перейду к действиям. Я умею делать больно таким тварям, как тебе. Советую тебе не лезть ко мне. Да, она на самом деле довольно-таки много нам здоровья подъюзала, но это не важно. Главное заработать на ней кровавую ярость. Для меня сейчас. Почему-то не зарабатывается. Да плевать. Разберемся каким-нибудь образом. Что, Минс? Ты лживая, мерзкая женщина. Пора закрыть вопрос раз и навсегда. Не заставляй меня это делать. Не заставляй меня это делать, Минс. Все кончено. Минс! Прощай, Рейн! Hasta la vista, baby! Обергруппенфюрер! Вот кем была Минс. Но это проблемы Минс, а нас они, естественно, не касаются, поэтому мы просто уходим отсюда. Давайте сохранимся. О боже! Прямо Трансильвания. Много жертв — это вкусно.
поэтому я не буду против. И уничтожить офицеров для меня тоже весьма неплохо. Так, главное только разобраться, куда идти. А куда, черт подери, идти? Здесь с делами покончено. Окей. Рейн, я поняла. Какие вы питательные. Черт подери, вы очень питательные. И стулья у вас красивые, не как из Икеи, но все равно ничего, так себе. Так. И это еще что такое? Ты пытался нарваться на мои клинки? А ну, пошел вон. Тем более ты она. Не очень красивая она, но все равно. И дробовик. Дробовик это чудесно, поэтому дробовик мне нужен. Это круто. Так, следуем дальше. Разрушая рыцарские доспехи и все, что творится вокруг. Вазы. Горшки. Отвали! Шел вон! Шел прочь! Почему? Почему ты не умираешь от дробовика? Это предательство дробовика! Ну как так можно? Дай мне съесть! Отстань! Не заставляй меня разговаривать на твоем языке! Что такое? Так, оказывается, здесь ничего не было, кроме старого гобелена и каких-то чудесных арок в готическом стиле. Ну их, черт возьми, идем куда-нибудь сюда. Я слышу рычание. Кто здесь такой мудрый, кто здесь рычит? Эй! Здесь с делами покончено. Да ты что? Да ты надо мной издеваешься. А куда мне идти? Так, стоп. Вышло здесь, значит сюда. Нет, не сюда. Как все сложно. Как сложно путаться в трех соснах, друзья мои. Вы представляете, я нашла дорогу. И вот так вот. Уберитесь с глаз моих долой. Привет, висячее существо. И до свидания. Главное убить того, кто спас Зерфаустом, и все будет прекрасно. Это старое, доброе. Придется, дружок. Спасибо за предоставленную кровь. Вы мой почетный донор. Спасибо. На самом деле здесь, по-моему, вообще ничего нету. И все это чехарда и чепуха. А зачем я сюда ходила? Здравствуйте, дорогой, но... В то же самое время до свидания, потому что я не имею с вами никаких дел. Да отстань! Почему ты такой живучий? Может, тебя проще было съесть? Наверное, так оно и есть. А мне на самом деле сюда. Мне просто нравятся старые готические часовни. Я думаю, после этого ты тайну не узнаешь, Гедракс. Кем бы ты ни был. Моя цель из конюшен. Пожалуй, этого можно вычеркнуть. Ты убил мою цель, Гедракс. Кто ты такой, почему я знаю твое имя, известно лишь Рейн. Это не важно, поэтому отсюда нам стоит уже уходить. Да. И
и куда нас ведет наш путь. Куда-то туда. Еще один несчастный офицер страдает под натиском и напором. Вампиров. Просто, наверное, не стоило в них настолько верить. О боже! Прочь! Отстань от меня! Это ты кому сказал? Мне или ему? Если мне, то это просто бескультурщина. Так. Ну ничего. Я найду управу на тебя. Уж поверь. Мой вкусный странный друг. Так. Может быть, вы что-нибудь мне оставили в виде оружия? Ну, что-то оставили. Я не знаю, что я там взяла. Смотреть на это я не буду. Так. Слишком много горшков и мало дела. Какого черта здесь происходит? Где вы все находитесь? Куда вы все попрятались? Ну, кроме тебя, естественно, урод. Уйди от меня. И не приближайся. Смотрите-ка, а у вас позиционируются атланты до сих пор? Ну, я разрушила вашу статую. Я думаю, вы не будете слишком грустны от этого. Эй, ты, сволочь, ну... Отстань! Вот, гораздо больше вы мне нравитесь, когда вы просто лежите и не действуете. Старая часовня, в которой каскадом падают стекла, в которой давно ушла вера. И люди просто творят беспредел. Извините, я просто задалась тем, что надо разбить все витражи в этой часовне. Ну, кроме того, что я сейчас разбить не смогла. Привет, о, красавчик. Даже если ты будешь кричать, ничего не изменится. Ты ведь это понимаешь? Или не понимаешь? Хорошо, ты заставил меня включить мое замедление. Генерал-лейтенант. Убираемся отсюда. Шнель, Мак, шнель! Ага, вы вызвали поддержку авиации. Ну, вы просто лицемерные сволочи. Я думала, что я такая замечательная, красивая, и я вам всем здесь нравлюсь. Но на самом деле вы всего лишь хотели избавиться от меня. Какая я наивная. Ладно, если уж говорить серьезно, то нам действительно придется уходить от поддержки авиации. Не то чтобы это очень сложная миссия, но неприятная. Так, спрыгиваем вниз. Ну, не спрыгиваем, спускаемся. Мне больше нравится спрыгивать. Ни одна бомба еще за мной не угналась.
Друзья мои, вот тут я действительно очень все плохо помню, и сейчас мы будем хоть как-то пытаться что-то сделать. Так, что у нас есть, кроме старых-старых горшков? У нас есть задача. И где наша задача? Я не знаю. Меня убивать. Меня убивать, резать и мочить. И это плохо. Граната, говорите? А, все это становится неважно, когда я понимаю, что у меня есть кровавая ярость, и я могу вас всех зарезать. На этом вопрос снят. Я надеюсь, что так. Хорошо. Где наш офицер? И куда мне надо идти? Чудесно. Здесь я разбила дорогу. Это хорошо. Ребята, вы отведали только что... патроны в рот. Как это не страшно звучит, но это звучит именно так, как это говорится, так что... Снимите ее с меня! Здравствуй, мой вкусный друг. Твоя кровь на завтрак – это самое вкусное, что можно сказать вообще есть в человеке. Да, это все прекрасно, но куда же нам надо идти? Наверное, наверх. Я люблю линейные игры, в них даже не надо думать, куда надо идти. Потому что я не помню, что здесь надо делать, я даже не помню. Наше финальное сражение, которое потом будет. О, дорогой мой, приди ко мне в объятия. И дай мне свою кровь. Дробовика у тебя нет, у тебя есть винтовка. И мне это нравится гораздо больше, чем то, что есть у меня. Поэтому я признаю твое оружие. Но не признаю горшок. Явно надо выше. Теперь это все похоже, кстати, на Thief Deadly Shadows. Эй, стоп, стоп! Очень больно! Кстати говоря. Хорошо. Но никто не уберет. Дело в том, что я-то все равно быстрее. О, нет. Я убила его таким ударом, а я так хотела его съесть. Ну почему так все происходит? Почему жизнь несправедлива? Объясните мне это. Избежать авианалета? Ну хорошо, вы мне дадите кровь, если что. Эй, ребята, вы все попрятались, но я на самом деле вас оскорбляла совсем не из-за того, что вы мне не нравитесь. Вы мне очень нравитесь, вы милые, прекрасные, замечательные, вы очень красивые. Появитесь здесь хоть кто-нибудь, дайте мне вас съесть. Это несправедливо. Я вот такая вот милая, красивая. Ладно, хорошо, берем все силы в руки и двигаемся. Двигаемся вперед. Ага. Попасть в башню. Хорошо. На самом деле, двигаться здесь надо очень быстро. Итак, я думаю, все предельно поняли,
что я просто свалилась в какой-то ров, и мне пришлось переиграть этот момент. Рейн, ты со мной согласна? Я думаю, согласна, потому что больше ничего нельзя сказать. Просто надо отсюда бежать вновь. Да, будьте осторожны в следующий раз, не повторяйте моих ошибок и ни в коем случае не падайте в ров. И кушайте, кушайте, друзья мои. Только это поможет вам избежать всех проблем. Зачем вам держать статуи, друзья мои, в каких-то ангарах, старых складах и прочем? Это не важно, это все абсолютно не важно. Ну, как бы там все ни было, лучше отсюда бежать. Причем нормально здесь всех поели. Хочу я этого заметить. Меня устали ноги. Как долго мы поднимаемся по этой лестнице и куда мы поднимаемся? Я не знаю. Прыгаем. Ладно, когда говорят, я делаю. Не всегда, но в большинстве своем. Гедракс! Привет, привет! Привет. Далеко тебя занесло, Гедракс. Что ищем? Артефакт, артефакт. Нам нужно сердце Велиара. Гедракс думал, что предыдущий владелец, граф Вуасю, спрятал артефакт. Гедракс настиг Вуасю здесь и забил его насмерть. Ты видела, как Гедракс съел его мозг? И Гедракс узнал, что Вуасю носил артефакт на своей короне все это время. Артефакты, лишь артефакты, как и в тебе, Рейн. Гедракс хочет знать тайну. Скажи Гедраксу, как Гедракс должен вставить артефакт в свое сердце? Легко. А вырежи свое сердце и замени его сердцем Белиара. Рейн забавляет Гедракс. Рейн. Она думает, будто Гедракс не пробовал. Неужели Рейн забывает? Гедракс бесконечен. Гедракс хочет знать тайну. Гедракс вырвет глаз Рейн и пожрет ее разлет, чтобы найти ответ. Гедракс, я сделаю с тобой то же самое, что ты сделал с Вуасю. Ах, Гедракс, Гедракс. Кто ты вообще такой, что за странное создание породило тьма? Бой с ним достаточно прост. Всего лишь надо обрушить всю мельницу. Ты понимаешь смысл слова «бесконечный»? Мы бесконечный. Продолжай резать. Кромсай нас, режь, и нас будет больше. Я люблю слово «много», но не в таком плане. А вся беда в том, что Гедракс стоял у меня на пути. Уйди с моей дороги, бестолковый Гедракс. Как страшно. Совсем не страшно. Ну, давай. Гип-гип, падаем вниз. Гедраксы, я надеюсь, вам не больно. Я никому не хотела доставить неудобств. Что же, продолжаем резать и кромсать, потому что, к сожалению, деваться некуда. И уже нет кровавой ярости. Сгиньте, сгиньте, сгиньте от меня. О, да. Знаешь, почему ты мне нравишься? Потому что ты умный. Там, откуда ты родом, вас еще много. Хочешь позвать их сюда? Или, может быть, сам себя порвешь на запчасть? 1, 2, 20, 1000. Для меня ты всегда был нулем, Гедракс.
Я буду убивать тебя до тех пор, пока не останется никого. Гедрос не нуждается в Рейн. Гедрос допросит кого-нибудь еще. Допрашивай, Гедрос. Извините, у меня чашка упала. Думаю, был довольно громкий звук. Гедросы покоятся на дне океана. А мне пора дальше. Вампирша! Фу, как грубо. Противопехотные мины. Да-да, чувак поплатился за то, что обозвался, и стоит здесь быть как можно осторожнее, потому что это опасно, черт подери. Ну куда же вы стреляете, ребята? Хорошо, вы заставили меня сделать это. Нет, не это, не это, ни в коем случае. Я сама себе враг. Я не хочу тебя резать. Я всего лишь хочу тебя немножко подрезать. Это кто там такой умный? С Панзершреком сидит. И не с одним. Боже, это было больно. Это было очень больно. Я прикрою тебя! Найн! Снимите ее с меня! Уберите ее! Идиоты! Вы перед смертью выпускаете... Давай же! Ну, развернись уже! Вертлявый. Все. В принципе, все готовы. Ну что ж, только ввысь, только наша дорога ведет туда. Угу. Да-да. Ой-ой, старый добрый панзер. Жалко, что ты не моя боевая машина. Бежать, бежать, делать ножки. Привет, Юрген. Что за хрень? Юрген, маг-волшебник. А Юрген, ты неплох. Мост подорвал. Почему Вульф не воспользовался шансом прикончить меня? Лучше не знать. Черт подери! А! Боже мой, что происходит? Что это за ад? Конечно. Что происходит? И... О боже! Так, все делаем в замедленном режиме. Генерал-майор, астролависта. Так, я просто всех буду расстреливать, и я не знаю, может быть, это самый удобный способ. И летунчика, летунчика, главное его, он самый опасный. Ребята мне тоже не очень нравятся. Но они не представляют такой опасности, как старые летуны. О, да. Я ощущаю себя в матрице. Еще я умею делать вот так. А, да что вы. Вы шутите? Ладно, пора съесть кого-нибудь. Достаточно забавно. Так, стоп, стоп, стоп. Иди ко мне. Не бойся. Это было интересно.
Ты допрыгался. Что ж, ребята, всех благ вам. Нет, с вами я общаться не желаю. До свидания. Новые интересные ребята. С меня! Ну что же, на этом моменте я буду прощаться с вами, а с теми парнями мы разберемся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось данное прохождение, и всем пока-пока.